набережной канала Грибоедова к площади искусств. Дорогу к служебному входу в Михайловский театр Элла Персон проходит почти каждый день. И неважно, выходит она на сцену или нет. Ее называют шведской принцессой русского балета. Действительно, ее история похожа на сказку о Золушке, партию которой она танцует в Михайловском. Мечтала о русском балете, сумела поступить в Академию имени Вагановой и в 17 лет переехала из Стокгольма в Петербург. Правда, дорога к мечте была непростой. Такая маленькая, аккуратная или молодая. Там много людей. В Швеции школа поменьше была. Первые два года, в принципе, тяжело. Более-менее одна была. И вообще не говорила по-русски, не могла говорить. Очень. Даже ни один слово поняла. Поэтому было очень трудное время. Элла сумела преодолеть эти трудности, а на выпускном экзамене, который посещает балетмейстер ведущих российских театров Михаил Мессерер, пригласил ее в Михайловский на пробы, которые она успешно прошла и уже скоро вышла на эту сцену в вариациях «Лебединого озера». Мне спросили, если я хотела прям через несколько дней пробовать танцевать, либо еще чуть порепетировать и танцевать в следующем блоке. «Лебединое озеро». Я, наверное, даже не думала. Я просто, нет, давайте сейчас. И потом я пошла домой и поняла, что я сказала «да», и это было очень нервно. Тот день, когда я танцевала первый раз на сцену в сольной партии, это было как первый шаг. Путь к ведущим партиям оказался не менее молниеносным, чем дебют в театре. Теперь Элла Персон танцует почти всю балетную классику – от Джизели до Дон Кихота. Но одна партия ей особо дорога – это Валерия в балете «Спартак». Это не прям классические хореографии, там более-менее неоклассические, неоклассикал. Это эмоциональный спектакль тоже. Там много актерского. Да, это, наверное, сейчас самая любимая партия. Подготовка к выступлению занимает 2,5 часа. Первым делом грим, который Элла Персон всегда делает сама, потом прическа и, наконец, костюм. И вот она уже готова к выходу на сцену. Мечты сбываются. Для Эллы это не рекламный слоган, это ее жизнь. Каждый день рада сходить в театр. Я не постоянно танцую главные роли. Но это дает прям много счастья только после одного спектакля. Я очень рада, счастлива.